Родина. Это фамилия? Девичья. А по мужу? Вы что, не помните нашу семейную историю? Я, значит, и себя помню, только в общих чертах. Ладно, ладно, не отвлекайся, говори. По первому мужу она была Рюрикова. Потом 300 лет с хвостиком Романова. А потом у Романова ее отбил Ульянов. А вот этого помню. По статуе. Ага. У маман по всему имению 80 лет его статуи стояли. А они до сих пор стоят. Да? Да, точно. Одна кепка в руке, другая на голове. Эх, видать, крепко любила. Ну, так что за новость про маман? Новость преавантажная. Он ее опять домогается. Кто? Ульянов? Практически. Наследничек его, поручик Зюганов. Мелкое существо. Второй секретаришка. Ну, где он? Вон. Где? Да вон же, слева. Рейтинг свой поганый выставил и стоит. Как ваша драгоценная... 120 на 80. О, бесстыжий. Я его вызову на дуэль. Что вы, вам нельзя стреляться лично. Опасно для здоровья. И потом, кто вы и кто он? А кто я? А, ну да. Маман будет нашей. Вместе с имением. Ура! Как он сказал? Он сказал, маман будет нашей. Правильно, нашей, со всей недвижимостью. Кажется, он имел в виду себя. Солдафон. И говорят, снова имеет шансы. Во всех гостиных только об этом и разговор. Самонадеянный хам. Стреляться сегодня же. Сегодня невозможно. Мы званы на раут, на Ильинку. По-русски скажи. По-русски на тусовку, в центр избирком. Виктор Степанович Черномырдин с супругой. Евгений Максимович Примаков с рейтингом. Григорий Алексеевич Явлинский с принципами. Вы слышали, князь? Об этом поручике? Какой вопрос, Машер? Разумеется, слышал. Он снова фаворит. Впрочем, приятно, что наша маман тяготеет к солидным людям. Но это же мерзость, господа! Этот Зюганов со своей красной инфантерией имели нашу маман в Двичатую Родину 80 лет. И они смеют после этого появляться на людях и чего-то еще хотеть? Вы зря, корнет, так горячитесь. Там было взаимное влечение, хотя, конечно, противоестественное. Нет, 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 нет. Еще раз наша старушка Родина этого не переживет, однозначно. Ну что же это, господа, почему ее все время домогаются всякие негодяи? Антернул, месье, она сама их провоцирует. Как это? Почему? Видите ли, какой получается кардюманок? Она лежит так широко раскинувшись, фактически все время без сознания. Тут, конечно, грех ее не взять. Ну, грех, ну что, однозначно, грех. Да, тут любой захочет. Вот именно. Но этот невыносимый поручик с его красной инфантерией... Ой, старушка этого не переживет однозначно. Ой, мама дорогая, выхода нет. Выхода нет, придется вступиться за ее честь. Вам? А больше некому. Приличных людей, кроме меня, не осталось. Я буду стреляться с этим Зюгановым. Завтра же, в прямом эфире, на 6 шагах. Я спасу нашу родину, нашу матушку, нашу маман от этого красного чудовища. Я погодите, спасу. Погодите. Вы много на себя берете. За честь нашей матери в девичестве родины буду драться
я. Ой, я не могу, Куда вам драться? Посмотрите на себя, вы же лысый, старенький человек. Посмотрите. Я старенький? А что же, по-вашему, молоденький, что ли? Милостивый государь, вы наглец. Я наглец? Да, я наглец. А вы, повторяю в последний раз, запомните, вы лысый, старенький, старенький человек. А сейчас будете еще мокренький, мокренький, старый, лысенький, поняли? Добрый вечер, господа. Как? Опять? А давно не виделись. Я вас вызываю. Нет, это я его вызываю. Извините, я по вызову не работаю. Только в моем кабинете, в любое время, расценки вы знаете. Дуэль? Завтра же? Завтра исключено однозначно. Завтра я дерусь с поручиком Зюгановым за честь нашей маман девичьей родины. Я вызываю на дуэль не вас, а его. Меня? Да вас! Старенького, лысого и почему-то сухого. А вы будете секундантом. Почему опять я? У вас честное лицо. Корнет, ты говори, да не заговаривайся. Борис Абрамович Березовский с деньгами. Добрый вечер, господа. Добрый вечер. Кто пригласил этого менялу? Да никто. Он сам ходит. Время от времени. Я-то думал, здесь приличный дом. Я бы не преувеличивал. Дом, конечно, довольно приличный, но крыша-то моя. Дуэль. Либо я, либо он. А секундант? Вы. Слава богу. Только попросите, чтоб за вами не занимали. Как это не занимали? Вы когда деретесь? Завтра на рассвете. Чур, я на победителя. Кто-то за нашим бокалом сидят паразиты, и девушек наших ведут. Ну нет, маман останется за нами. А что это вы записываете? Составляю расписание завтрашних дебатов. А это разве еще не дебаты? Ну что вы? Это так, агитация. Значит, завтра дуэли? С самого расцвета, папа. И кто с кем? Практически все со всеми, папа. О, хорошо. Хорошо бы, говорю, чтобы они все друг друга немножечко того. Об этом можно только мечтать, папа. О, а тут из-за кустов выхожу я и оказываю первую помощь. Лучше последнюю, папа. Так как насчет завтрашнего дня? Не боишься? Я ничего не боюсь. Только себя немножко боюсь, а больше я ничего не боюсь. Но все-таки на шести шагах. Ну, ты же меня знаешь, я не любитель кровопролития. И ты будешь стрелять в воздух? Я буду стрелять деньги у государства российского. А дуэль с графом Примаковым? Ну что ты, Саша, ну какая дуэль? У меня есть пара наемных молодцов. Отметили старика вечером прямо на канале и все. На каком канале? На Крюковом? На первом, Саша, на первом. На первом попавшемся канале. Господа! Пустите, пустите меня к оружию! Пустите, дайте мне больше оружия! Дайте мне ироды, ироды, дайте мне! Боря, возьми на меня! Господа! Больше двух в одни руки не давать! Александр Альбертович, а где мой противник? Чуть не забыл. Он просил передать, что не смог. Сожалеет. Дела. Улетел к черкесам. Дела тут у всех, это совершенно понятно. Давайте скорее начинать. Ну, в кого мне стрелять? Ой, тоже у меня проблема. Стреляйте во всех подряд. Давайте действительно скорее, Александр Альбертович. У меня город второй час на одном шансе держится. Тогда сходитесь.
Господа! Господа! Регламент! Разбейтесь хотя бы попарно, господа! Доброе утро! Ну-ну! Мы тут дебатировали. Жаль, что вас не было с нами. В другой раз. Ну, теперь родина маман будет моей. А почему твоей, Гена? А чьей?